Красиво так съезжаем вниз. Не понял. Да. Мы сейчас выехали из зоопарка. Ну, называется просто едем краска. Едем смотреть Вове велосипед. А значит, почему мы говорили пока? Договорились с хозяином. Поэтому поедем. Да, мы сказали всем пока. Но пока не состоялось. Ну, может быть, это уже у нас будет, может быть, в следующем году. А ты поставь местами поменять. Сначала велосипед взяли, потом такие пока. Оп. А потом пока такие в этом... Где-то вы велосипед откопали в зоопарке, да? Ну да. Продолжение, короче, нашего дня. Ждите. Тут какой этот мост с пальмами. Да. Мы опять едем через залив, но по другому мосту. И мы сейчас на полпути на остров. Да, мы едем на Treasure Island. Остров сокровищ называется. Там велосипед находится. На острове сокровищ. Сокровищ. Залив. Смотрите, мы сейчас как в облака въезжаем, дети. Там вот все в облаках. Наверное, ночью, да, все это светится. А я помню, мы, кажется, ехали тут как-то ночью. Нет. Ну, ехали. На этом мосту мы не ехали. Разве? Ты что, это... Нет, когда мы, помнишь, приезжали в отпуск, мы ездили по этому мосту, от Гизата ехали. Да. Нет, да, на ту сторону. Другой. Я сам напел другой мост. Да? Да. А я помню, что, мне кажется, мы по вот этому мосту ездили, потому что я помню, как вот эти фонари светились. Вот, смотрите. Залив. А остров это вот тут, наверное, да? Да, да, это вот тут. Это остров, да? Смотри, какие эти красивые, да? Why the clouds are so close to the ground? Красота. Я люблю вот такие мосты. Why the clouds are so close? Как это называется? Он красный на самом вот деле. Вот там вот в тумане, в смысле не в тумане, в облаках, это вот этот Golden Gate. Дети, давайте завтра поедем на Golden Gate. Вот он остров. А, точно. Это дорога вот на остров. Кстати, тут там тоже небольшой мостик. А вот это же Алькатрас? The Golden Gate. Возможно, да. Остров вот этот, который. The Golden Gate. В заливе. Хотя Алькатрас, подожди, Алькатрас же он со стороны океана, нет? Нет. Нет, он в заливе? Ой, тут какая-то стройка. Лодочки. Отсюда сколько минут там? Ну так же примерно как мы до зоопарка ехали. Где-то 40-45 минут. Да. Там красота. Закат. Не видно особо. Алькатрас, Golden Gate. Алькатрас, Golden Gate, закат. Все прекрасно. Просто с этой стороны какая-то стройка. Поэтому не так прекрасно. Прям на острове какая-то своя жизнь. Смотри, якорь. Ресторан, смотри. Мерсея. В контейнере, да. Вообще, да, какой-то такой-то. А тут, походу, школа, что ли? Что это такое? Нет. Не, ну какая-то площадка. Обычно такие площадки возле школы. Здесь живут. Да, здесь живут. На этом острове. Короче, мы приехали в какой-то это Silent Hill. На самом деле это какой-то сторож. О, смотри, тут YMCA. Это обычно бассейны всякие, спортклубы. Ой, смотрите, кто это. Смотрите справа. Посмотрите, прелесть какая. Это, that looks creepy. Ну, это для каких-то, видимо, привлечения в рестораны куда-нибудь. Ага. Тут
какой-то стадион, да? Да. В общем, у мужика просто здесь сторидж, и вот, и где этот байк у него хранится, и мы поэтому едем сюда. Мы тут ждем, пока Вова с Юрой посмотрит велосипед. Что это такое? History music. Это откуда? Из какого мультика или откуда? Из кино? Не мультика, в Ancient Time. А, это, короче говоря, доисторически. В смысле, когда древние американцы, да? Да, в Калифорнии. Индейцы. А, индейцы, когда, да, покоряли Калифорнию. Все понятно. И на барабанах играли, да? И Лёша тоже изображает из себя индейца. Кажется, мы купили велосипед. А вон там Сан-Франциско. Вовчик! Ты едешь? Класс! Я тебя поздравляю! Какой ты велосипед купил классный! Белый? А, белый с таким этим... Канандейл! Не хухры-мухры! Вы что, Канандейл купили? Круто как! Ну, я вас поздравляю! Владимир, я тебя поздравляю! Тебе нравится? Продавец русскоязычный оказался. Да ладно, серьезно? Да. Ну надо же, как так вышло? Да, ну, ничего страшного, да. Мы можем сидушку заменить. Да. Ну классно, а подножки нет? А, подножка есть, да? Подножка есть. Тебе надо сидушку, да, чуть-чуть опустить? Да? Сидушку надо чуть-чуть опустить, да? Ой, ну здорово. Похож на твой, да? Фрей покупали? Ну покажи, чуть-чуть покатайся здесь, покажи нам. Покажи нам. А, ну здорово, классный велик. Супер. Я тебя поздравляю, Вовчик. На нем легче ездить, чем на твоем. Ну все, доволен парень. Давай к нам езжай. А, на тройку давай. Понятно. Скорости есть, все дела. Супер. Отлично. Не задавите меня только. Я тебя поздравляю. Я тебя поздравляю. Прекрасный велосипед. Тебе нравится, Леша? Очень. Очень, да? Ну, мой очень быстрый. Ой, ничего себе. Ну, у тебя тоже красивый, да, велик. Отлично. Папа тут сразу же это с собой взял. Крепление. Сейчас мальчик тебе помогут. Накатывает. Пока ждем. Где оторвалась? А, ну это ерунда. Класс. Мне кажется, ему нравится. Да? Смотрите, какая классная пожарная машина. Сан-Франциско Fire Department. Так, мы сейчас поедем обратно. Я вам покажу красивый залив. Мы сейчас поедем вообще через Сан-Франциско. Через центр. А давайте поедем на Ламбард-стрит. Ой, нет, давайте не сейчас. Давайте завтра. Смотрите, люди приезжают. Фотографируемся. Кстати, здесь Сан-Франциско. Красиво, да.
Вот сейчас мы поэтому не небоскребы, небоскребы. Вот поэтому. Да. Truck, ну да. Ну, мы же, а мы по нему приехали? А, мы вот по нему. Ну да, он там длинный такой мост. Да, Сан-Франциско. Чайка, смотри, парит. Город в стиле диска. Что там, возмущаетесь? Посмотрите, какая красота там. Смотрите направо. Посмотрите направо. Это Сан-Франциско. Небоскребы? Небоскребы. Ты же любишь небоскребы, Вова, да? Да, Вова, смотри, он вообще в туче. Как, да, в облаках. В облаках. It looks so cool. Очень классно выглядит. Мне тоже нравится. Да. Облака прям сели на пик билдинга, здания. That must be the biggest tower I ever seen. Да ладно. White Gate Bridge. Едем в красоту. Oh, не, мы сейчас не в Golden Gate. Мы сейчас проедем White Gate. White Gate Bridge. Ну, красиво. Пока. Ребята, конечно, камера не передает всей красоты. Но это очень красиво. Ого, потому что смотри здесь, как это машины едут. Yeah. Фиг выйдешь, да, слушай, отсюда. Yeah, надо с разгона. Страшно. Очень тяжело отсюда заехать на мост. Машины мчатся быстрее, чем мы. Вот это Алькатрас. Да? Да. Алькатрас. Смотрите налево. Что там? Там облака с высоты нас. Да. На нашем уровне, да? Да. Как я люблю мосты, оказывается. Мне так нравится, так это красиво. Стой, 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 Юрочка. Что? Что? Мы очень близко к нему. Я хотел перестроиться. Я не отвлекаю, не переживаю. Мы едем, короче говоря, прям сам в Сан-Франциско. Да, это Bay Bridge называется. Bay Bridge называется, да. Заливный мост. Мост залива. Часы, да, там. Это типа, как знаешь, это как порт. Да, это порт, портовые часы. Он весь металлический. Прям видно. Весь этот оголенный металл. Вот там какая красотища. Не знаю, видно вам или нет. Тут и солнце, и туман, и облака, и все на свете. Да, здание. Практически единственные, да, высотные такие здания в нашей местности. Классно, классно. Один на одно, смотри, эти здания. Кажется, что они прям все слеплены друг с другом. А вы впереди, видишь, едут эти кабриолеты. А ветер тут, я вам скажу, мы сейчас велосипед пока ждали, очень прохладненько. Все, мы уехали в Сан-Франциско. Развязки, да, тут, конечно, заблудиться можно. Мы когда в налоговую, да, ездили, тут да, где-то да, тоже проезжали. Смотри, вот с третьего полосы вот сюда прям аж вырулил. Это уже 101. А, серьезно? Да, мы. А, все, я уже вспомнила, мы здесь ехали, точно. Вот под этим мостиком, я точно помню, мы ехали. Помните, мы как-то на заливе были и показывали вот эту надпись? South San Francisco Industrial. Industrial City, да? Да. Ой, мы сейчас приехали куда-то. Ну, мы тут не а мы тут, мы, короче говоря, уже третий раз за день приехали в Коско. Да. Не, мы приехали в Коско ничего не покупать. Вернее, покупать бензин, да? Да. За бензином. Потому что там, где мы были сегодня, в двух местах в Коско, бензина не было. Что там происходит, а? Что-то у нас дурда уже, по-моему, какое-то там происходит. Дети уже с ума сходят. Нам скучно. А, вы себя развлекаете таким образом, да? Эзи. Так вот. Эзи.
Смотри. Видишь? Ага. Спит? Типа спит. Надо тоже. Самолеты. Да, полицейский, слушай, кого-то тормознёл. Да. По-моему, он за ним едет, да? Да. Да, за ним едет. Где Костка-то? Не пойму. Что мы колесим, а Костка и не видать. Наконец-то мы доехали. Что, почём бензин нынче? Кто-нибудь знает? А тут интересно, да, смотри, здесь заправка вот отдельно. А Коска где-то вон там, по-моему. Что здесь дороже? Здесь, наверное, дороже бензин, да? Здесь я не знаю, почем будет бензин. Блин, зачем я сюда? Ну, я не знаю. А что, в чем разница? Там были зеленые, там дальше. А. Ну, придется подождать. Так, смотрим, почем бензин на Костка. На Костка. Ой, я не увидела. А, вот на это мы посмотрим, да. 3,99. Слушай, ну, немного дороже, чем у нас. У нас 4,09 на арку. Спонсор нашего ужина — наша прекрасная Надя, которая любезно нам сделала блинчики с мясом. Ты не знал, да, об этом? Мы все еще их доедаем. И будем... Прекрасно, блинчики с мясом и с вот этим вот овощным соком. А ты можешь мне его открыть, а то я боюсь, что я сломаюсь в локте. Да я знаю, что ты кен. Давай, Алёша мне позволит. Ой, спасибо, дорогой. Я, правда, сболтала их или нет? Профессионал, да. Абсолютно. Хочешь попробовать, Леш? No, I don't want to do this. Vegetable. Овощной сок. Мне кажется, неплохой, да? Хороший. 100%. 100%, да. Ну, из концентрата. Из чего он сделан? Так, томатный сок, морковка, сельдерей, свекла, петрушка, капуста, ну, да. Watercress. Это тоже, да, какой-то, салат. Какая-то, ну, салата, да, какого-то. Шпинат, соль. Да, я про Watercress. Какие-то натуральные вкусы чего-то. Так, витамин С, бета-каротин. Да, лимонная кислота. Короче, вроде натуральный сок. И еще не забудь мой sparkling water lime. Да, минералка, газировка. С лимонным вкусом. Но не сладкая, да? Да. Она сладкая, нет? Но что-то все... Все, я хочу сказать, это zero sugar. Да, ноль сахара, ноль калорий. Очень-очень диетическая.